1999 году. Наши основные направления деятельности – это производство газорегуляторного и отопительного оборудования, строительство котельных и комплексная реконструкция систем теплоснабжения, проектирование и строительство тепловых и газовых сетей. Производственные мощности северной компании располагаются в трех регионах Российской Федерации. Основной головной завод и складской комплекс находится в Мурино, это Ленинградская область. Цех по производству газорегуляторного оборудования находится в Санкт-Петербурге. Завод по производству котлов и отопительной техники в Череповце, Вологодской области. И завод по производству мини-котельных находится в Шексне. Вопросами импортозамещения и локализации импортного оборудования северная компания активно начала заниматься еще в 2019 году. А уже в 2020 нами был представлен первый регулятор отечественной сборки модели DEVAL-600. В июне 2021 года нами был получен ГАЗ-серт. Также продукция имеет все необходимые разрешения и сертификаты. Локализация производства стала очередным шагом к повышению энергетической безопасности, а также росту эффективности и технологическому развитию компании и газовой отрасли в целом. В настоящее время северная компания совместно с компанией Nord продолжает наращивать темпы импортозамещения и объемы производства отечественных регуляторов. Для этого было закуплено литьевое и металлообрабатывающее оборудование, автоматические фрезерные станки, токарные станки, литейные машины, компрессоры, осушители, ресиверы и многое другое оборудование. Весь процесс производства регулятора от изготовления корпуса до сборки выполняется в России. Корпуса регуляторов, головы регуляторов и алюминиевые элементы отливаются и оттачиваются силами завода Nord и отечественных компаний-партнеров. Ввиду увеличения модельного ряда и объемов выпускаемых регуляторов было принято решение организовать основное производство на заводе Nord в городе Череповце Вологодской области, запущенном в эксплуатацию в марте 2022 года. Часть оборудования находится в недавно построенной второй очереди завода и проходит этап пусконаладки. Уже в ближайшее время оно будет запущено в работу и увеличит темпы и объемы производства регуляторов. На сегодняшний день компания локализовала производство следующих моделей регуляторов. Это Nord RD10, полный аналог FE10, бытовой регулятор с пропускной способностью до 10 метров кубических в час. Модели регуляторов DEVAL-500, DEVAL-600 и NORVAL. Это регуляторы прямого действия, предназначенные для снижения давления с высокого и среднего до требуемых параметров. Также мы локализовали пилотные регуляторы моделей REVAL и REFLUX с диаметром до 250-го. На основе локализованных регуляторов давления газа налажен выпуск шкафных газорегуляторных пунктов как промышленной, так и бытовой серии. Специально для программы дегазификации был разработан шкафной газорегуляторный пункт ШРП Nord RD10 на основе регулятора RD10 с пропускной способностью до 10 метров кубических в час. Официальным дистрибьютором продукции северной компании является компания «Абетон». Промышленные регуляторы давления отечественной сборки были нами представлены на Петербургском газовом форуме в 2022 году.